Михаил с детства мечтал стать растениеводом. Мечты сбылись, и теперь он работает старшим агрономом на одном из ведущих сельскохозяйственных предприятий в Бурятии. Такие специалисты селам нужны, поэтому государство им и помогло построить собственный дом. Собрали пакет документов, подали в Министерство сельского хозяйства, и Министерство сельского хозяйства нам помогло, дало сертификат на каждого члена семьи. У нас долевое строительство. У нас было по программе, за год мы должны были построить полностью, ну, до сдачи объекта. Сейчас еще, конечно, делается, еще не отчитались за эти деньги, но планируем в этом году закончить. Жена Михаила, Анна, тоже агроном. Коллеги-супруги всегда знали, что их призвание – сельское хозяйство. Построили дом, очень рады, в сельской местности. А в город не тянет? Нет, мы всегда, когда учились, знали с мужем, что мы будем жить в деревне и работать на селе. По программе семья получила на создание собственного очага более 700 тысяч рублей. Плюс в дом пошли и собственные 300. Чета Пешковых не единственная в республике, кому посчастливилось попасть под крыло Минсельхоза. По этой программе у нас в республике участвовали 10 семей, получили поддержку. А сумма поддержки составила 8,8 миллионов рублей. Ну а у Михаила и Анны еще полно забот. Покупка мебели, обшивка дома. А на втором этаже молодые родители хотят сделать детскую и студию. Илья Балханов, Федор Моданов, телекомпания АТВ, Прибайкальский район.